В секции тренируется около 50 спортсменов, причем среди них есть не только юноши, но и девушки. Обучает их всем правилам игры Антон Бойко. Ранее он в течение 15 лет был старшим тренером Донецкой области и клуба «Тигры Донбасса». Какое-то время являлся главным тренером юношеской сборной Украины. Его воспитанники становились призерами чемпионата Европы, занимали первые места на украинских соревнованиях. Он видит большие перспективы и сочинских школьников. Среди первоочередных задач – подготовить игроков для сборной Краснодарской края. Сейчас начало, самое начало, истоки регби в Сочи, детского регби. Обучаем прием, передача мяча, обыгрыш игроков. То есть основным начальным моментом в регби. В планах у нас провести открытые турниры в Сочи. Вот, и создать две полноценных команды для участия в первенстве Краснодарского края. Большинство тренировок проходят на площадках на улице Донской, на спортивном поле 82-й школы в Дагомысе. Спортсмены уже опробовали свои силы с настоящими соперниками. В Центре спортивной подготовки «Югспорт» они провели дружеский матч с командой из Краснодара. На 2016 год мы ставим себе задачу как минимум вдвое увеличить количество занимающихся. Это порядка 100 человек. Мы хотим, чтобы на конец 2016 года в Сочи ребят пришли заниматься регби. Этому способствует еще и то, что регулярно в городе Сочи сейчас проводятся международные соревнования по регби среди профессиональных команд. В городском департаменте физкультуры и спорта рассчитывают, что со временем этот вид спорта станет одним из самых популярных. В городе появится не только мужская команда, но и женская. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.